Сегодня Руслан Кухарок вручил благодарность администрации Тюмени дорожным рабочим. Тем, кто трудился на самых важных объектах города. Среди награжденных токари, машинисты, водители, инженеры. Все они работают в жилом комплексе Новопатрушево. Проектная протяженность дорог здесь почти 9 километров. В этом году завершат более 2,5. Улица Шарова, в которой мы находимся. Объект находится уже в завершающей стадии готовности. Этот объект строился в рамках федерального проекта «Стимул» по национальному проекту «Жилье и городская среда», который как раз предполагает строительство объектов дорожной инфраструктуры по строящимся микрорайонам. Конечно, мы видим, насколько увеличиваются темпы ввода жилья по тем территориям, где предусмотрена уже транспортная инфраструктура. Также глава города побывал в микрорайоне Ямальский-2, а после на улице Энергостроителей, где построили ливневку, которую жители района ждали много лет. Там также оборудовали парковку и проложили тротуары. Местные жители высказали свои пожелания. Для заезда во дворы нужна прерывистая разметка. Волновались и о ливневых стоках. Уже заканчиваем улицу Энергостроителей. Сейчас буквально остаются работы по устройству парковок. Значит, плюс сейчас мы с вами видели активная группа граждан. Значит, пожилого возраста высказывала определенные предложения и замечания, которые мы также будем устранять. Они также касаются, да, у нас там предположений по подтоплению. Планируем открыть до конца месяца. Ну, с учетом погодных условий, может быть, вот недоделки, которые там предложения дополнительные люди обозначают, они перейдут на следующий год, там, с учетом, да, уже осенне-зимнего периода.